Вот если бы мы получали бы всю вот эту прибыль, эти миллиарды долларов, они бы шли в казну чеченского государства, то наши пенсии были бы не жалкие российские пенсии, а уровень пенсии чеченцев был бы на уровне сегодняшних западных стран. Наши пособия были бы не как в России 100 с лишним рублей на ребенка. Наши пособия были бы как в Швеции, в Норвегии, в Германии. Наш прожиточный минимум был бы действительно прожиточным минимумом. Да, хочу ответить на очень такой популярный вопрос в последнее время. Как Чечня будет жить без России? Мы очень часто слышим этот вопрос и в наших эфирах. Мы даже видим различные доводы, которые должны натолкнуть нас на мысль, что вот без России мы не сможем. Мы также с вами видим, что и даже Кадырову приходится как-то комментировать эту тему и также пытаться создать у нас впечатление, что без России мы, в принципе, не выживем. Совсем недавно Кадыров выходил в прямой эфир со своим председателем парламента Магомедом Иудовым, и в этом совместном эфире он как раз выразил вот это мнение, что Чечня без России не сможет. Давайте вспомним, что тогда говорил Кадыров. Клянусь Всевышним Аллахом, да, мы не сможем продержаться 3 месяца, да, даже месяц не можем, да. Мы вот даже вовремя, да, зарплату не отдаем, да, вот даже, да, первый месяц, да, если опаздываем, у нас какой бывает шум, вы знаете. А представьте, да, нам Россия, да, за год именно за республику, за содержание народ Чеченской республики за 300 миллиардов деньги, да, тратит, да. Откуда у вас эти деньги, да? Все говорят, что у нас нефть. Пожалуйста, привезите любого, да. Мы готовы строить нефтеперерабатывающий завод. Мы дадим вам любой территории, да. Дадим возможность, да. Как это, да? Заниматься, добивать, да. Нефти, да. Переработкой, добивать нефть, да. Нету этого всего. Нету у нас ни газа, ни света, ни нефти. Это все придуманные вещи, чтобы мы думали о чем-то, да. Этот эфир тогда очень тщательно разбирали различные издания по цифрам, которые называл Кадыров, там, что 300 миллиардов и так далее. В общем, это все опровергалось, разумеется. Но я хочу обратить ваше внимание на слова Кадырова о том, что мы не выживем, там, не проживем и 3 месяца. И он говорит, клянусь Аллахом, он говорит, у нас нет никакой нефти в республике, нет ни нефти, ни газа. Все эти типа разговоры о том, что у нас есть нефть, о том, что есть газ, то есть о том, что у нас есть потенциал к свободе и независимости, что без России мы будем жить гораздо лучше, это все, он говорит, разговоры, которые ведут, ну, люди с сепаратистскими настроениями, которые хотят типа нашего выхода, там, развала и так далее. Но я абсолютно был не удивлен, когда на днях Кадыров взял и сам же опроверг вот эти свои слова. Я был не удивлен, потому что Кадыров всегда это делает, периодически он говорит одно, затем опровергает сам себя. Кадыров приехал на инспекцию там, какого-то строительного процесса с новым вице-премьером, этим Абдул-Керимом Эдиловым, которого до этого буквально Кадыров назначил на эту должность. Они приехали с инспекционной поездкой, и вот сам Кадыров у себя на странице в Инстаграм выложил отрывок из этого репортажа. И посмотрите, что говорит кадыровский чиновник по поводу найденных месторождений на территории Чеченской Республики. Разительная ситуация, он вышел из Чечени в технопрому. Я месторождение, физическое решение. Я лик месторождение, я традиционный участок. Если я 450 тысяч тонн, да, госбаланс, да, царя. Вы хотите это выставить, что я 70 миллионов тонн, госзапас, а где-то, южно соборовский, сам участок, да, 30 миллионов тонн, запас, извлекаемый запас, а что, бог, как и здесь этот кадыровский чиновник говорит, что то ли на 6, то ли на 16 месторождениях в общей сложности найдено 70 миллионов тонн. Разумеется, здесь идет речь о нефти, не о воде же он говорит. 70 миллионов тонн, он говорит, запасов найдено. И, ну, 70 миллионов тонн, при переводе это в баррели и при сегодняшней цене за баррель нефти, это порядка 50 миллиардов долларов.
Это бюджет республики на 20-30 лет вперед. Вы представляете, какой у нас огромный потенциал у нашей республики, если бы мы были свободными. Сегодня весь этот потенциал, его у нас выкачивает Россия, эшелонами увозит туда к себе, в Москву, грубо говоря, так как прибыль за это получает Москва. И затем это все продает. А мы с вами получаем какие-то подачки в виде республиканского бюджета, который ежегодно там Кадыров защищает, обосновывает и из Минфина России получает. Вот представьте, если бы это все шло бы исключительно в бюджет нашей республики, представьте себе, какой уровень жизни был бы в нашей республике. Представьте себе, что завтра мы становимся свободными, и все вот эти ресурсы начинают работать на нас. Ни на Россию, ни на Роснефть, ни Сечин, ни Путин, ни кооператив «Озеро» нет. А чеченцы, чеченский народ, граждане независимой Чечении начинают получать всю эту прибыль. Чеченская казна начинает получать прибыль с этой нефти, с экспорта и с продажи. Теперь представьте, просто вот в следующем году, какой уровень роста экономики мы бы получили в первый же год. Это та информация, которую нам не хотят давать. Но несмотря на это, у них она все равно просачивается. Вот до этого Кадыров рассказывает, пытается убедить нас в том, что у нас нет нефти, нет газа, у нас нет никакого потенциала, без России мы не выживем. Но в следующий, буквально через там, несколько недель, он едет на инспекцию, и здесь он выдает эту информацию не для того, чтобы мы сейчас с вами обратили внимание на вот этот момент, на эти цифры, нет. Это делается для того, чтобы мы с вами сказали, о, молодцы, они там что-то делают, занимаются, там какие-то рабочие места создают. Кадыров вообще этот пост опубликовал, и эти слова, они как бы попали в эфир, как результат хорошей работы кадыровского правительства, что якобы вот там что-то строится, и это будет 7 тысяч рабочих мест. Но важно не то, что 7 тысяч рабочих мест, да хоть их было бы 70 тысяч, все равно это не сравнится с тем, что мы имели бы, если бы все эти недры чеченские работали бы на нас. Если бы всю прибыль от этого получали бы мы, наш народ и наше государство. Вот о чем мы с вами должны знать, о чем мы с вами должны говорить. Я хочу отдельно вот за вот этот, наверное, выпуск поблагодарить Кадырова, вот этого кадыровского чиновника. Очень хорошо, что вы сами озвучили эти вещи, эти цифры. Я очень рад, так как в последнее время для меня стал очень актуален вопрос именно вот этих экономических моментов. Ведь вы пытаетесь акцентировать внимание на экономике. Вы пытаетесь отговаривать нас от идеи свободы, независимости, суверенитета. Вы отговариваете нас именно экономическими какими-то обоснованиями. Типа мы не выживем, будет не так хорошо, у нас не будет пенсии. Если Россия нам не будет платить пенсии, то откуда у нас будут пенсии, действительно, да? Какой же это сложный вопрос? Ведь мы сами не в состоянии платить себе пенсии. А кто нам будет платить пособие эти 100 с лишним рублей на ребенка? Действительно, это очень актуальные вопросы. Я вот благодарен за то, что вы такими публикациями, вы сами же отвечаете на наши вопросы. Нам просто нужно немножко эту вашу мысль ее раскрыть, разжевать и до людей довести. Вот если бы мы получали бы всю вот эту прибыль, эти миллиарды долларов, они бы шли в казну чеченского государства, то наши пенсии были бы не жалкие российские пенсии, а уровень пенсии чеченцев был бы на уровне сегодняшних западных стран. Мы были бы развивающимся государством. Наши пособия были бы не как в России 100 с лишним рублей на ребенка. Наши пособия были бы как в Швеции, в Норвегии, в Германии. Наш прожиточный минимум был бы действительно прожиточным минимумом, на который ты человеку отдаешь, как в Германии, ты ему даешь минимум прожиточный, и это реально та сумма, на которую он может прожить весь этот месяц, а не как в России. В России прожиточный минимум – это не та сумма, на которую ты проживешь. Ну, если только ты не будешь там питаться какими-то отходами. Вот мы бы жили бы точно так же, наш прожиточный минимум был бы как в Германии, и мы, наши пособия были бы как в Германии, в Швеции, в Дании –
и так далее. В общем, помните об этом. Когда в следующий раз Кадыров будет обосновывать вам, что мы не выживем без России, вспомните вот, вот это высказывание кадыровского чиновника про 70 миллионов тонн. Это, кстати, новые месторождения. Имейте в виду, есть еще старые, которые сегодня действующие и дают нефть, которую качает Роснефть. То есть они даже не учтены. Это новые месторождения, где по высказыванию кадыровского чиновника сейчас 70 миллионов запасов. Помните об этом. انتظريني انتظريني يا قدس هو